Приветствую вас на видеоверсии сайта военноедело.com. Сергей Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией. Подписание мирного договора с Японией пока откладывается на неопределенный срок. Это связано с нежеланием японской страны признать итоги Второй мировой войны и принадлежность Курильских островов. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Тем не менее, глава МИД сообщил, что такая ситуация не является тупиковой, и российская сторона работает над развитием отношений с Токио по всем областям. Также он отметил, что Россия не может не обращать внимания на позицию Токио при голосовании по дискуссионным вопросам в ООН и в одобрении санкций против Москвы. «Нам нужно понять, насколько Япония будет самостоятельна в вопросах внешней политики и в решении вопросов безопасности, учитывая сильнейшую зависимость Токио от Вашингтона», цитирует РИА Новости главу МИДа. На этом пока все. Следите за свежими новостями на сайте военноедело.com.